сегодня к нам придут ребята фотографироваться. И мы у них спросим, что они думают про хаски в квартире. Это раз. И два. Про породу в целом. Ну, что можете сказать, Бэтур? Конкретно про данного питомца, а именно про Тоби, могу сказать, что мальчик очень умный, энергичный, несмотря на то, что вы уже сколько гуляли до нас, мы еще тут сколько гуляем. Мальчик умный, очень такой энергичный. Насчет квартиры, ну, я думаю, если воспитывать его, то можно и в квартире жить с ним. Вместе, так скажем, существовать. Что бы вы сказали людям, которые хотят завести себе хаски? Наверное, обдумайте сначала, что тот ли, так скажем, вид животного, который вам нужен именно в квартире, потому что это требует, он требует конкретно большого внимания, потому что без внимания, ну, он зачахнет, соответственно, будет непослушным, и вы просто откажетесь от него в конечном итоге. Подумайте еще раз. Если вы хотите себе плюшевого, мягкого, я думаю, лабрадор ваш тип будет. А для этого красавца нужен энергичный, ответственный и знающий человек, который сможет его воспитать, правильно воспитать. И пирожок, все хорошо, да? Все нормально, все галязет, да.